главный месседж, который здесь заключается, вот он в том, что мы должны создать для нашего мозга условия для того, чтобы сформировалась эта установка, потом сформировалась доминанта, вот, а после этого мы смогли активно приступить к деятельности. Значит, ну, что это за значит, механики? Механик здесь достаточно много, на самом деле. Поэтому я скажу только в общих чертах о некоторых из них. Вот, что-то вы еще узнаете на курсе КТ онлайн. Вот, но самое главное, это, конечно, формирование так называемой информационной доминанты. Условно говоря, если вы хотите совершить какой-то акт, вот, хотите, я не знаю, поискать новую работу, написать какую-нибудь, написать какую-нибудь работу, я, ну, все, у меня работа, работа, вот. Даже если вы хотите просто начать бегать, ходить в спортзал, начать худеть, да, потому что какие еще всякие разные бывают идеи в голове. Вот. Для этого нужно сформировать в себе так называемую информационную доминанту, которая будет постепенно превращаться в психологическую установку на деятельность. Значит, каким образом это формируется? Информационная доминанта – это загрузка в нашу голову большого количества информации, касающейся именно этого вопроса. Ну, возможно, вы слышали эти народные мудрости, да, что утро вечера мудренее, значит, есть смысл которых состоит в том, что нужно что-то загрузить в мозг, потом этот мозг должен что-то это подумать, и после этого он должен, соответственно, сам уже выдадет нам необходимые решения. Вот. И точно так же происходит в ситуации, когда, например, вы вот собрались ходить в спортзал. Если вы систематически начнете смотреть там, видео на YouTube в связи с этими занятиями, с какими-то тренерами там и так далее. Если вы будете в социальных сетях, все скроете всю информацию, а оставите только социальные сети людей, которые постоянно рассказывают про спорт, про занятия, про здоровый образ жизни там и так далее, в вашей голове будет появляться большое количество информации. А что такое информация? Это связанные с друг другом нервные клетки. Связанные с друг с другом нервные клетки начинают, ну, образуют эти такие нервные центры, вот, которые, масса которых постоянно усиливается, если вы увеличиваете, соответственно, информационную нагрузку. Вот. Здесь важно, конечно, не отвлекаться на какие-то посторонние вещи, делать это систематически, то есть, ну, каждый день, если мы говорим про потребление какой-то информации по теме похудения или там, по теме спортивных занятий, или по теме поиска новой работы, да, или по теме поиска новой профессии для себя. Да. Значит, вы должны загрузить в мозг информацию, которая будет в этом мозге вариться. Вот. И после этого у вас постепенно начнет формироваться установка. Для того, чтобы установка при наличии уже информационной доминанты сформировалась, вам необходимо произвести какие-то действия в реальности, которые помогут вам так изменить положение дел, которые сделают соответствующие действия, последующие, уже как бы необходимыми. Да? Ну, в случае спортзала вы должны сходить в спортзал, вы должны узнать, что там происходит, понять, какие там тренеры, какие там занятия, и оплатить, соответственно, свой абонемент. Если мы говорим про похудание, вы уже выяснили, какие продукты вам нужно исключить из рациона, вы должны прекратить покупать соответствующие продукты и не тащить их в дом, так сказать, чтобы не искушать себя. Вы должны, соответственно, изменить посуду, в которой вы едите. Потому что если вы пытаетесь сократить объем порций, но используете ту же самую посуду, которую использовали раньше, вот, то мозг вас начнет обманывать и говорить, ну, чуть-чуть еще здесь добавим. Если вы сократите размер блюда, там, тарелки, то, естественно, будете меньше класть туда еды и так далее. И вот, видите, то, что я вам рассказываю, постепенно, шаг за шагом, вы как будто бы не совершаете никакого революционного акта. Да? Вы просто делаете много шагов,
значит, которые позволяют вашей психике приобрести установку на соответствующую деятельность. Вот, поэтому чем больше ваших шагов в реальности вы с этим сможете предпринять, вот, маленьких, которые не требуют от вас усилий воли, каких-то жестких каких-то вещей там, и так далее. Вот. Просто что-то вы внесли в график, просто где-то вы получили дополнительную информацию, где-то вы про это специально с кем-то договорились и так далее. Вот. Поэтому сначала информация по вопросу, чтобы в мозг, так сказать, сформировал у себя уже соответствующую информационную доминанту. После этого небольшие действия в реальности, которые приблизят вас к этой реальности. Вот. И после этого уже даже вы не заметите, как вы идете к делу. И более того, будете получать от этого удовольствие, а не чувствовать себя Сизифом, который вкатывает камень на эту гору, понимая, что, в общем, велика вероятность, что скоро он покатится вниз. Это первое, про что нужно говорить. И вот эти механики, значит, как формировать информационную доминанту, как формировать эту настроенность, вы потренируете, как раз выполняя упражнения в рамках курса КТ онлайн, который кто захочет, может, соответственно, пройти. Вот. Он посвящен как раз тому, как работать собственным мозгом, как понимать собственный мозг, как направлять собственный мозг. Не рассчитывайте на силу воли и не ругайте себя за ее отсутствие, потому что на самом деле силы воли нету, вот, но есть наш ум, вот, который может использовать лайфхаки, да, как сейчас модно говорить, создавать условия для того, чтобы мы переходили к той деятельности, которой действительно хотим заниматься.